Давайте продолжим понятие этого стиха. Как раз понятие сехель, понятие мусараскель. Теперь давайте идем дальше. Цедек. Что такое цедек? Цедек – это по-русски буквально справедливость. Однако есть оттенок понятия цедек, который не знаю, он, я уже плохо знаю русский язык, не думаю, что он включается в понятие справедливость. Может быть, да. Есть производное слово цедек, слово цдака. Цдака многие переводят на русский язык словом милостыня. То есть цедек – это справедливость, а цдака – это милостыня. Это очень странное сочетание двух слов. Я это слово милостыня очень не люблю. Оно имеет совершенно другой оттенок, чем это слово цдака. То есть слово цдака на святом языке происходит слово цедек – справедливость. А милость, по-русски слово милость, буквально милосердие, жалость, жалость. Понятие цдака, смысл его, что это справедливость помочь нуждающимся. Это не я такой уж милостив, такой я уж добрый, в этом есть заложена справедливость, а не что-то другое. Я слышал от Рамы Шапира, как очень такое важное замечание. Когда есть у человека достоинство, называется хесед, хесед – это достоинство нашего праотца Авраама. Это любовь делать, нести добро. То, когда хесед является осью человека, внутренним содержанием его, то недостаток другого, то, что ему не хватает, его обязывает его помочь. Он говорит нам так, что цдака – это не некоторая доброволка. Вот я хочу кому-то помочь, я готов помочь. Цдака – это то, что нас обязывает. То есть в каком смысле нас обязывает? Когда у человека другого есть какая-то нехватка. Вот нехватка другого обязывает нас по справедливости ему помочь.